Эта милая девушка попала в тюрьму. Пока все остальные болтают, она тихо тягает железо на площадке и даже бегает под дождем. Причиной является месть. Полгода назад она встретила мужчину. Они отдыхали на яхте, но когда она проснулась, она была вся в крови. Девушка встала и увидела, что вся палуба была в крови, а затем она нашла нож. В этот момент прибыла береговая охрана. Поскольку она была единственным человеком на борту, ее взяли в полицию подозреваемым. Она наняла адвоката для защиты, но затем в суд в качестве улики принесли нож и запись с палубы яхты. Все улики указывали на девушку. Перед тем, как пойти в тюрьму, она оставила сына на опеку своей лучшей подруги. Но вскоре ее номер телефона перестал отвечать. Ей потребовалось время, чтобы узнать новый номер. И затем она дозвонилась до подруги, но она попыталась уйти от ответа. Тогда девушка попросила дать трубку ее сыну, который внезапно закричал о своем отце. Оказалось, что парень этой девушки подставил ее и теперь живет с ее подругой.